строительстве нового Казахстана важно учесть ошибки прошлого, на что и должен обратить внимание избранный 20 ноября президент. Таким мнением поделился глава Ассоциации греческих обществ Казахстана Георгий Иорданиди. Он также добавил, что продленный до 7 лет срок управления позволит добиться поставленных целей в полной мере. Почему я считаю, что это нормальный срок? Потому что когда было 4-5 лет, человек не успевал еще войти во власть, руководить страной, и происходили перевыборы. И, естественно, он старался пойти на второй срок, чтобы выполнить то, что он запланировал. Новая цифра 7, она позволяет большую часть этих запланированных задач выполнить. Претендовать на пост главы государства могут не только члены политических объединений, но и общественных объединений. Такая смешанная форма выдвижения подарит новый взгляд на традиционные вещи, считают эксперты. Это говорит о демократической стране и о том, что мы живем в демократическом обществе и в демократической стране, где учитывается мнение людей, мнение народа, где говорится о единой нации, где говорится о благополучии общества и где говорится о том, что в стране царит мир, дружба и согласие. Казахстан біздің шаңырағымыз. Наш дом Казахстан. Мы должны сделать такой дом, чтобы он был капитальный, светлый, уютный, комфортный, безопасный дом. Вот этот дом мы и должны построить. И вот 7 лет, которые определяет президент для себя, он, за этот срок он должен реализовать все свои программы.